Встреча прошла в кабинете у мэра. Руководитель международных академий «Атлетика Мадрид» и тренер академии подарили главе Сочи шарф с символикой титулованного испанского клуба. Гости рассказали, что с 15 июля в городе пройдет футбольный лагерь для юных футболистов. Впервые в России. Анатолий Пахомов отметил, что такие тренировки будут крайне полезны сочинским спортсменам. У нас в наследство остается 3 тренировочных поля. И они будут переданы нашим деткам, и мы там увеличим количество детей. Потому что огромный интерес к футболу, огромное желание. И мы гордимся этим, потому что когда население, граждане хотят заниматься спортом, это и есть победа. Представители «Атлетика Мадрид» высоко оценили подготовку Сочи к чемпионату мира по футболу. В рамках визита они познакомились с футбольной инфраструктурой города. То, что мы увидели, это просто удивительно. Мы считаем, что город полностью готов принять чемпионат мира. И мы очень рады, что Испания будет играть именно здесь. Испанская сборная первая в рамках Мундиаля выйдет на поле сочинского стадиона «Фишт». Она сыграет с Португалией 15 июня.